12 апреля в России празднуют День космонавтики в ознаменовании первого космического полета, который совершил Юрий Гагарин. В честь праздника во многих регионах страны проводят всевозможные мероприятия. Выставки, конференции, научно-просветительские и образовательные лекции и семинары, показы фильмов и многое другое. По этому поводу в астрономической обсерватории КФУ состоится специальное мероприятие, которое проводится каждый год. Я хочу сказать следующее, что это мероприятие мы проводим каждый год. То есть 12 апреля, к сожалению, в этом году выпало на рабочий день. Но тем не менее, если говорить о предыдущих годах, то вечером все равно даже в рабочие дни приезжает очень много к нам людей. Стоит сказать, что сотрудники обсерватории подготовили для участников мероприятия обширную программу. Если будет хорошее небо, то здесь будет проводиться и наблюдательная программа. То есть будем показывать те объекты, которые сейчас на небесном своде у нас видны, включая Луну. Вот такая у нас программа. С 1968 года Отечественный день космонавтики получил официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики. Диана Шилова, Универ Ньюс.